Мы продолжаем тему моей коллеги и поговорим о развитии и эффективности фонда регионального развития с Анатолием Кушнаревым, новым председателем комитета по экономической политике Народного Курала. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич. Расскажите нам, пожалуйста, в чем заключается работа вот этого фонда регионального развития, насколько она эффективна и сколько денег на нее тратится ежегодно? Фонд создан не для того, чтобы инвестировать под какие-то бизнес-проекты, у него таких полномочий нет и средств, а для продвижения проектов, для поиска инвесторов, для решения каких-то вопросов, например, возникающих при отводе земельных участков. В период с 2012 по 2015 год израсходовано 56 миллионов бюджетных средств, поэтому мы, депутаты, решили проверить эффективность использования этих средств и вообще эффективность тех бизнес-проектов, которые как бы поддержаны фондом. Но известно, что депутаты раскритиковали работу этого фонда, большинство из них. В определенной степени, потому что не все прозрачно было в деятельности фонда, к сожалению, как мы выяснили, и не совсем полная информированность была, и, кстати, не только депутатов о деятельности фонда, но и предпринимателей. Кстати, среди... В первую очередь, да, не секрет, что у нас многие депутаты являются предпринимателями, поэтому они как в двух лицах сами это на себе чувствуют. Плохая информированность. А вот скажите, если они не выделяют деньги, не имеют таких вот полномочий, тогда куда 56 миллионов уходит? 20 миллионов, во-первых, в год получается, если разделить на 3 года, это будет 18-19 миллионов в год, где-то. На содержание аппарата это 15 человек. И плюс на различные работы, связанные по продвижению этих проектов. Они нужны. Там тоже услуги платные. То есть нужно для того, чтобы решить вопрос по выделению участка, тоже нужно платить. Поэтому соотношение где-то 60 на 40. А помощь оказывается бесплатная этим фондом, да? Да, конституционная помощь бесплатна. То есть мы, депутаты, узнали, что любой гражданин с нашего округа, который мы представляем, он может прийти и получить соответствующую консультацию. Любой может прийти за консультацию. И могут найти ему инвестора под этот проект. Хорошо. А кто курировать может? Кто может контролировать деятельность вот этого фонда? Вообще, это детище Министерства экономики, но контролировать можно. Недавно это произошло, например, счетная палата проверку провела. Это может быть министерство назначить независимый аудит. И мы, депутаты, тоже решили поработать в этом направлении и узнать, насколько эффективно используются те бюджетные средства, за которые мы голосуем. Хорошо. После отчета, который вы заслушали на заседании, отчета Анатолия Думного, какой будет итог и какие-то, может быть, еще на очереди фонды стоят на проверку? Два наших комитета экономической политики и бюджетной приняли общее решение, что принять сведения информации, во-первых. Во-вторых, указать фонду на недостаточную работу по информированию предпринимателей и депутатов, кстати, Народного Курала и всех уровней о деятельности фонда. И предоставить конкретный отчет нам по использованию вот этих 56 миллионов. Дальше мы на этом работу не останавливаем. Мы хотим посетить, во-первых, этот фонд и, возможно, ряд осуществленных проектов и проверить другие фонды. А за 4 года это единственная первая проверка Народного Курала, да? Я за 4 года сказать не могу, но 2 года, как я работаю в комитете, это первый раз. И вообще за 2 года мы первый раз 2 комитета проводим совместное заседание. Мне кажется, это очень положительный момент. Угу. То есть, как используются бюджетные средства и какова эффективность экономическая. Это как раз 2 комитета, которые контролируют эти вопросы. Понятно. Какие фонды еще будете ли вы проверять и какие фонды? Сейчас пока называть не могу. Давайте определимся. До 20-го получим отчет по этому фонду. И дальше у нас в планах проверить, если не все, но 2-3. Наверное, уже в начале следующего года, чтобы к февральской сессии еще хотя бы 2 фондов проверить. Спасибо вам большое. Будем ждать результатов. А я еще раз напоминаю, что у нас в гостях был Анатолий Кушнарев, председатель комитета по экономической политике Народного Курала.